сегодня как-то стало 4 утра, и я не знаю, кто мне потянул в этот дебет. Я там читала про Дивакдахи, про наши... мне приятно, что наши жители там, не жители, там у нас прут бочку, а наши жители заступаются полным ходом, что это действительно для города очень важно. И некоторые люди сегодня там пишут в этом интернете, что это все делается за бюджетные деньги. Родные мои, хочу, чтобы вы знали и всем сказали. Все, что делается у нас за бюджетные деньги, это все голосуется на сессии городского совета. Бюджет голосуется на сессии городского совета. Можно войти в интернет и найти строку, например, ту, которая вас интересует. Есть она или нет? И только после этого пусть кому-то разрешить что-то говорить. Ни одно мероприятие, которое проходит у нас в нашем городе, не проходит за бюджетные деньги. Это не день города, это не Новый год, это не направление детей на Дивактаха, это не то, что мы сегодня привезли Дивактах. Мы обратились ко всем жителям, у которых есть сегодня эвакуаторы. И они бесплатно для помощи городу привезли эти Дивактахи. Теперь училище, которое занимается художественное училище, в котором работает, учатся художники и художницы, они взялись полностью реставрировать, пока без там они были в Киеве, пока без мы их привезли. Сегодня из Днепропетровска приедут, их там тоже подштукатурят, где кто делали эти Дивактахи. Художники наши дальше разрисуют. И мы в этом помещении, которое было сделано для этих машинок, оно было неправильно сделано, оно было маленькое помещение для машинок, то есть не соответствовало тем нормам, которые есть. Мы сегодня поставим эти Дивактахи, и они будут радовать глаз каждого жителя. Я хочу вам сказать, у нас есть кинокамера, которая на площадь выходит, почти весь город фотографировался Дивактахом, который мы привезли. Значит, это было всем интересно. Действительно красивый Дивактах. Конечно, он украшает наш город. И на площади там в воскресенье всякие гадости говорили. И я это понимаю. Людей просто, они завидуют тому, что у нас все это есть. Но я хочу, чтобы вы, родные мои, знали. Ничего, все, что мы делаем в городе мероприятия, в бюджете денег нет. Все делается благотворительно. И я постоянно говорю на всех мероприятиях, на сессиях, говорю на аппаратных совещаниях, кому мы благодарны за то или иное мероприятие. И вот когда привезут еще 7 Дивактахи, которые еще не довезли, мы обязательно с вами пригласим этих людей, низко поклонимся им и скажем громадное спасибо за то, что они нам помогли. Если кто-то будет читать лепет сумасшедшего, который пишет о том, что Неля Игоревна Штей потратит бюджетные деньги на всякие развлекаловки, лучше бы она мне трусы лишние купила, пусть ему мама покупает, либо он сам поднимет свою задницу от компьютера и покупает себе трусы, заработает на них. И я хочу вам сказать, что вы ему скажите, что открой бюджет города Славянска и поищи строчку, где написано расходование бюджетных денег на Дивактахи. Нема? Так и закрыть свою пейку. По-другому я сказать не могу. Достали меня сегодня вот этот интернет. Да, вот я включаю, боюсь, что меня уже ругает. Но по-другому нельзя. Сегодня нам надо давать нашим жителям, давать отпор от этих вот писакам, которые, понимаете, которые пишут каждый счет. Каждый счет. Это моя просьба к вам. Сегодня надо защищать свой город, защищать те позиции, которые мы сегодня с вами уже отстояли. Действительно, город краш. Приезжая во все города, наша делегация ездила в Донецк, и в Донецке собрались учителя со всей Донецкой области. Я мне вчера рассказывала, директора школы говорят, все, правда у вас все окна заменены, правда у вас все крыши отремонтированы, во всех школах, детских садиках, правда у вас ремонты ведутся, правда у вас дороги ремонтируются. А что, у вас освещение делается? Люди, мы столько делаем вместе с вами, что... Другим городам надо еще бежать за нами, чтобы это все успеть. Поэтому мы все, что с вами делаем, это надо защищать. И я благодарна тем, кто сегодня в интернете пишет. Ты открой бюджет и почитай, что там этого нет. А если в бюджете, если через сессию городского совета не прошло финансирование, поверьте мне, мы не можем потратить ни одной копейки. И мы сегодня не стыдимся, почем у нас капитальный ремонт дорог, текущий ремонт дорог, почем у нас сегодня мы делаем какие ремонты. Мы всегда приглашаем, приходите, смотрите. Приходите.
городу нет ни единого человека, который бы отказал нам в чем-то. А если кто-то отказал, он уже пожалел, уже пришел и повинился перед тем, что он нам отказал. Но кого-нибудь просишь, Игоревна, мы знаем. Мы знаем, что вы делаете все для города. Поможем, поможем, поможем. Просто люди готовы сегодня работать не на карман одного человека, а на громаду. И они это видят, что они работают на громаду. Поэтому вот кто будет писать, закрывайте ему рот. Тем, что вы действительно знаете. Сегодня надо показывать свой уровень знания и говорить, что любой человек может открыть бюджет и глянуть, есть ли в бюджете расходование на день города, есть ли в бюджете расходование на Новый год, на день города-курорта, на Масленицу, на 9 мая. Нигде у нас нету финансирования на эти мероприятия. Это все делается только за счет небезразличных жителей нашего города. Я хочу, чтобы вы это знали. Пора уже обучать всех тех, кто пишет. Хотите знать правду, открывайте и читайте. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарна за то, что действительно все делается, все убирается. Сегодня проехала город. Дворники, конечно, как муравьи, чистят, выгребают. Столько листвы насыпано после этих дождей. Но везде чистится, убирается, убирается, убирается. Молодцы. Мы еще лишний раз доказываем, что город действительно чистый.